оккульта. Юрку. Юркой. А спейсмен управляет только рукой. И он может только по руке, а его же еще оптер. Вот такой у нас квадрокоптер. И вот такой у нас спейсмен. Вот туда кратик. А сейчас а вот туда Смотрите, спейсмен будет летать у нас в космосе. Ребятки, смотрите, тут надо нажимать. Это пульт управления для квадрокоптера. Да. Сабрина будет сейчас управлять. Друзья. И вот так будет. Поставьте на комментарии, как вы хотите назвать. Apple, квадрокоптер или квадрокоптер. Хорошо. Надо опускать. Да. Хорошо. Жу. Ну, давайте, пошли их запускать. Что, готовы запускать? Первый взлетает спейсмен. Ух ты, как он взлетает, а? А второй квадрокоптер. Улетел. Квадрокоптер поднялся на потолок. Ну поцелуй. Опускай давай. Так, это спейсмен. Он летает очень хорошо. Надо кушать салат всеми. Да, а квадрокоптер почему? Сабриночка, ты нажимаешь кнопочку очень высоко, и он улетает. Так, вот они оба, какие хорошенькие. Ну что? Давай квадрокоптер. Ну что, Амирчик, где твой квадрокоптер? Что там? О! Ну ты же должен им управлять. Да. Давай. Спейсмен хорошо летает. Да, он летает. Вы там балуются, квадрокоптер балуется, а вот спейсмен себе тихонечко летает, летает. Молодец какой, а? Да. Ну, самый лучший я выиграл. А спейсмен не собирается с ним играть, догонялки играть. Ну, он спокойненько летает. Своего тоже играет спокойно. Вот, молодец, вот сейчас квадрокоптер, ну-ка пониже. Давай, вот хорошо, как ты летаешь. Так, ну, квадрокоптер, давай, старайся. Он спейсмен. Кто хочет выиграть, а? Квадрокоптер или спейсмен? Квадрокоптер и спейсмен разлетели. Сейчас досчитаю до 10, мы с ними 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, зарядились. Ну, опять они соревнуются? Нет. Так, да. Так, кто из них? Спейсмен, как всегда, спокойно летает. А квадрокоптер? Очень высоко. Выйдем на одном месте. О, молодец, какой на одном месте. Да, о, ты мальчина. О, улетел. А спейсмен где? Вон он. У него, наверное, опять заряд заканчивается. Нет. Почему он не спускает? Опять сейчас произойдет краш. Посмотрим, на что ты способен. Смотри. А где наш квадрокоптер? Смотри, вот спейсмен. Вот он. Вот спейсмен. Вот он наш квадрокоптер. Он то вниз, то вверх. Вот спейсмен. Крутится. Он ушел от нас, спейсмен. Спейсмен сам себя освободил. Ну да, Сабрина, поймай спейсмена. Давай его сюда принеси. А он не может. Может. Сабринка, спейсмена нам вести. Ну что, спейсмен устал? Нет. Его заряд еще есть?
квадрокоптер отдохнул и заново начал летать. Что? Спейсмен дракончик летает? А это подарок Омске. Да, вот спейсмена мы купили в Омске. А это Омске. Вот сам себе лазиком ставим. Ух ты, ну что, Сабринка, иди лови спейсмена. Иди лови, Таюшенька. Вон они, смотри-ка. Смотри, ну-ка иди помогай нам, а то мы не справляемся. Видишь, как тут выдают? У него батарейка садится. Да, уже садится батарейка. Надо посмотреть на квадрокоптер. Сабриночка управляет квадрокоптером. Ниже. Вот, да. Ниже. Вот он. Ниже, Сабрина, отпусти его. Сабринка, ну давай, управляй. Вот такой. Мами, война. Надо вино, надо вино. Сабринка, сильно вверх его не поднимай. Лови, давай, лови, быстрее. А вот успокойся, успокойся. А что? Не успокаивается. Успокойся. Так, а куда он убежал? Под диван убежал. Он от вас спрятался. Отсюда. Давай. Три, чу, два, уи. Ну и куда он улетел? Выше, выше. Давай, вот сюда. Вниз, вниз, вниз.